Ханты-Мансийский «Импульс» запустил лабораторию по испытанию тампонажных материалов. Теперь в промышленном технопарке будут изучать, тестировать и производить растворы для цементирования нефтяных скважин. А еще проводить исследования механических свойств цемента и образцов керна. Возможности новой лаборатории оценила губернатор Югры Наталья Комарова. Здесь предприятия смогут получить полный комплекс тестов, а это более 30 видов, в том числе сложный тест на определение прочности материала «Модуль Юнга». Также в лаборатории при необходимости можно изготовить тестовые образцы по заданным параметрам. Ближайшие в Саратове там лаборатория открыта. Да. Ну, то есть это конкурентное преимущество. Здесь конечно. Минимальные логистические расходы и сохранность материала. Сегодня резиденты промышленного технопарка «Импульс» производят современные домокомплекты, химические реагенты для цементирования буровых скважин, беспилотные летательные аппараты, а еще занимаются изготовлением комплектующих с помощью 5D-печати. Сейчас ведется строительство производственного корпуса для малого бизнеса площадью почти 6 тысяч квадратных метров. К 2025 году технопарк планирует разместить на своей территории 12 резидентов и создать более 200 рабочих мест. На сегодняшний день есть заинтересованности как среди нефтесервисных компаний, так и один из проектов, который мы на сегодняшний день обсуждаем и считаем с заказчиками финансовой модели, это производство здесь лыж и спортивной экипировки для спортсменов-лыжников, которые, соответственно, у нас в Ханты-Мансийск приезжают, занимаются на нашей замечательной трассе, там на биатлонном центре.